Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем с вами проходить Black Mesa VR. Так, и на моем пути сейчас вот этот огромный агрегат. Я так понимаю, мы с вами на пороге нашего путешествия в мир Зен. Ну, приступим. Хай! Подожди, а... Да, как? Ой! Куда вы берете? Так, стоп, дайте мне оружие посерьезнее. Доктор, я не очень внимательно вас слушаю. Что вы там вещаете? Патронов можно и побольше. У меня вопрос, как летать? Я на компьютере дошел до этого момента, ну и как бы, ну, в плоской версии. Там летать довольно вообще не сложно. А вот здесь как летать, я так и не понял. А? Что? Что там кричишь-то? Я куда, на мостик вот туда, может, надо, или что? Нет? Блин, вот я по лестнице могу залезть? Да, могу. А что, нормально? Так и должно быть. Давайте засейвимся. Будет очень прикольно, если я без своего ранца туда не долечу. А как летать, я так и не понял. Хоть убейте. Ну, я знаю, как только бегать. Как прыгать, я абсолютно не понимаю. Мне уже в портал можно? Портал уже работает? Или как? Чё? Или еще рано? Не, ну отсюда с разбегу я попробую, конечно, долететь. Нет, это пауза. О, гляньте, а тут лестница даже есть. О, вот сейчас это типа... Давайте еще раз зацелимся. Уже можно? Точно? Это уже портал? Ничего не взорвется, если я буду медлить. Не, ну как бы типа взлетная полоса уже, да, на старт, внимание, ну пошел! Вау! Вау! А как? Что произошло-то? Мне пришлось взять вплоть все до костюма, с меня все прям вылетело. Короче, у меня получилось наконец-то запустить Зен. Я же закашлялся, извиняюсь. Так, фонарик.
Короче, с меня снялся костюм, а с костюмом прям абсолютно весь мой арсенал. Надо все вернуть, ничего не потерять. Вот. А в чем же, ну как бы, Зен, ну, после попадания в портал, он не запускался. Точнее, запускался какой-то непонятный Зен, где спаунился в текстуре, а потом с помощью ноуклипа оттуда вылетал, там какие-то летали непонятные платформы. Ну, короче, такое странное место, там еще какой-то труп какого-то парня, я подумал, что я то мертвый лежу, когда на платформу с ноуклипом залетел, как, ну, вот тип был полностью, как я, в костюме, только на нем еще был шлем. Почему у меня нет шлема для защиты головы, вопрос. Вот, блин, а в Зене так как бы красиво. Не знаю, насколько здесь будет опасно. Возможно, здесь крайне опасно, но пока здесь еще минимум красиво. Блин, а мне прям плохо, да? У меня вообще все печально после этого перемещения по порталу. Я не такой, чтобы живой. Я в плоской версии игры разошел ровно до этого места. Я переместился через портал, чтобы вообще понимать, что и как должно у меня здесь быть. Что-то куда-то улетело. Так, верните мне, пожалуйста, мое вооружение, все. Так, думаю, в воду могло много чего поулетать. У меня нет магнума! Конечно, короче, печально, если я сейчас, ну, потеряю оружие. А, вот он, кстати. Пожалуйста, что у меня нет. Ну, все нормально, мне кажется, он как-то по-другому немного... выглядит, стоит за черными пятнами. Так, ну у меня есть, в принципе, даже арбалет, весь мой нужный арсенал. Чего-то не хватает. Или все на месте? Не могу понять. Мне кажется, ли чего-то... Воу. Это как? Так классно, что левым глазом я этого не вижу. Подождите, и правым. Нет, правым вижу. Левым. Левым ни в каком образе не вижу. Вот только если вот сюда, вот прям на край. А вот сейчас нет, сейчас и левым вижу. Короче, какая-то херня непонятная происходит. К пистолету. Ну хорошо, что только к пистолету вроде бы как. Прилипла какая-то странная херь. Кусок. Какого-то, какой-то катушки и какой-то этот рычаг. Так вот, короче, Зен наконец-то запустился, я в него попал. И мы его будем проходить. А когда меня вынесло из портала, кто был этот огромный, какой-то непонятный, мерзкий, стрёмный пришелец, который вот, сидел, обнимал эту платформу какую-то с красным светом? Это этот Ганарч или, возможно... Бля, нет, эта херня багует, она периодически вон где-то появляется возле меня. Но если выбрать пистолет, она прямо здесь будет, да, нет? А если другое оружие выбираешь, не надо, нет? Короче, какой-то очень странный баг, я надеюсь, из этого ничего не сломается. Вот, или то был этот Нихилант. Наверное, это был этот Нихилант, которого мне в конце концов надо будет убить. Так. Видите, а у меня вопрос, кстати. А ранец-то я не подбирал. Ранец вообще будет? Да, ну... Нет, это я понимаю, что могу взять. И это я понял, что могу взять. А это? Нет, это никак не берется. Короче, с полетами я никак не разобрался. Как этот прыжковый модуль мой использовать. Ну, в плоской версии это элементарно. Два раза прыжок, по-моему. И все. И ты так бы рывочек сделал. А тут я не, так и не понял, как. Просто с разбегу прыгать. Ну ладно, короче, посмотрим. На самый, конечно, край, так сказать, если я не разберусь, как пользоваться прыжковым модулем, а он будет крайне нужен, и дальше без него не пройти, ну придет, я не знаю, ноуклипом. Вот, он обнимал вот ту, по-моему, да, платформу наверху, вот только что, когда я через портал вылетел. Кстати, прикольно так было по порталу лететь. Я, блин, ждал прям смены сеттинга с этих, блин, лабораторий, подземелий, все прочего, с этого комплекса Лямбда и Блэкмесса, вот, на что-то вот такое вот, вот здесь прям. Вот это вот внушает, я вам хочу сказать. Так, ладно. Я думаю, нас тут будет поджимать... Так, мне какие-то отдельные, да, сейвы, наверное, тут надо делать? Нет? Да? Нет? А ладно, там мне, наверное, тоже надо будет как
новую игру начинать, чтобы логово Гонарча запустить, там тоже еще придется потанцевать. Дальше после Зена идет же логово Гонарча, там тоже надо как-то какой-то фикс включать. Зен вообще отдельно от всей этой VR-игры запускается, чисто вот как бы тут свое лобби и чисто две миссии как бы свои. О, ой-ой-ой, это уже вот... Эти стрёмные, они огромные, они сожрать могут. Это как в этом, как в Demon Souls'е. Кроме летающие скаты, я надеюсь, они будут какие-то копьями нас стрелять и вообще не будут пытаться нас сожрать. Вау. Зен того стоил, чтобы сюда зайти. Почему некоторые камни я вижу только правым глазом, а левым я не вижу? Вот, например, как вот здесь сейчас один, правым его видно, левым не видно. Но запись идет через правый, вам его, скорее всего, видно всегда. А для записи этих никаких глюков не будет. Мне же даже без оружия хочется здесь ходить, все рассматривать, что-то смотреть, трогать. Хотя это, наверное, тупо и опасно, меня может убить, наверное, тут какое-то растение даже неопознанное. Вот, это, короче, вот эта аномалия с этой катушкой будет меня преследовать. Я не знаю, что это, как это и почему. Оно каким-то образом спаялось с каким-то из оружия, которое я взял, и теперь оно где-то все время недалеко от меня будет. Я понял. Надеюсь, никто не хочет, чтобы я на своем прыжковом модуле по камушкам скакал. Это было бы не очень прикольно. Так прикольно. Так, я могу иногда помолчать и чисто смотреть куда-то, втыкать, потому что я засматриваюсь. Так, стоп, а тут? О, кстати, гляньте, а... Подождите, да я типа отсюда я переключаюсь как-то на вид... Куда? Что? Это я типа так... Нет, не надо приближать. Что мне это дает? Ничего, это я просто типа могу через нее посмотреть по сторонам. Да, из-за вот этих надписей один хрен все на английском, русского текста почти нет, иногда хочется запускать так, чтобы все было и было на английском. Бо я, вот когда подходишь, там была надпись, они непонятных героев, там полслова на русском, а дальше крокозявы какие-то. Из этого не разберешь, как, что делать иногда. Так, ладно, двинулись. Я думаю, скоро это место будет мне казаться не таким приятным, да, когда меня будет пытаться кто-то убить. Так, вот это ты что? Пожди ты! Что это вообще было? Это враг? Это сумасшедшая медуза? У нас есть она с концами туда? Свалила. Да, что-то новенькое. Сумасшедшие медузы меня не радуют. Верните их от крабов, пожалуйста. Еще скаты на меня дайте, начнут ваши нападать, наверное, по-любому. Я сам присел, я не знаю почему, но я сам присел, стал. Так, это у меня чуечка хорошая. Сдохни! Она не хочет сдыхать. Слышь, а если я тебя грабить пушкой буду, а? У тебя не очень работают какие-то. Алло. Я так в камень не попадаю. Чмо! Иди сюда! Ты опасно! Ты опасно! Да ты опасно по-любому, ты больной он какой-то. Я подойди, тебя начинаю ток, ты начинаешь какие-то сальтухи бацать. Явно не против меня убить, мне кажется. Левая рука. Не шел. Ясно.
такого текста. Левая, только на русском левая, потому левая, вот это рука, хват. Мир, шоудер. На, давайте с дробовика стрельну. Ну что ты хочешь? Шо... Иди нахер! Чудовище! Что ты из себя представляешь? Тебя можно убить? Видать, можно, да? Или... Ты куда-то восвояси текаешь после этого, я понял. Дробовик на тебя хорошо действует. Будем знать. Все это было для того, чтобы взять... Ага, обойму. На свой мощный автомат. На который у меня не так уж много патронов, я понял. Ой, хэдкрабы, да пошел ты нахер! Иди сюда. Давно я вас монтировкой не крушил. А я только про вас вспоминал, говорите, вините в него хэдкрабов. Ну, в такой неподходящий момент. Странное место, конечно. Но красивое. Что, инопланетные тыквы? Так. Это лестница? Нет, это не лестница. Ну, не явно туда, да? Да как? Так и отъехать недолго, я аптечек не вижу. Так, только давайте эти, вы скаты еще на меня кидаться не будете, а? Давайте договоримся как-то. Сейчас. Воу. Подожди. Что мне зовут? Как лак вон джам? Что-то правая рука, джойстик. Вон джам. Не, видите? Я не понял, я не знаю, мне как-то руку надо по-особенному вытянуть. Или что мне надо сделать, чтобы сделать этот ваш гребаный лонг джамп? Я ж не сделаю никакой лонг джамп. Я... Господи. Вы меня уже убивать прилетели. Ладно, давайте спустимся вниз, глянем, может там аптечка есть. Потому что сейчас мой лонг джамп закончится моей смертью. О, головоед, я про вас уже и забыл. А, так там-то он и есть, да? Подожди, ну давайте, ну, там, настройки. Controls. Lens climb, move it, immersive, issue, weapon, hand grab, enable, double, top, sprint. Ой-ой, не, ну это я тоже полез совсем не туда. Дабл тап спринт, это чё вообще? А, так я типа спринтовать всегда вот как мог. А я вот так делал. Поэтому как рывок типа. А, это чисто да, для уклонения рывок такой. Я не знал, что так могу ускоряться. Я только сейчас разобрался, что я мог просто два раза вперед быстро делать и ускоряюсь, а не просто непосредственно нажимать на джойстик. Не, это все, конечно, очень хорошо. Прям классно. Не, вопрос. Как мне прыгать?
Long Jump, этот. Не, я, короче, ну... Надо будет или сейчас плотно идти разбираться с этим Long Jump, потому что, ну, я не допрыгну, это, ну, очевидно, это видно. Слишком большое расстояние. Либо, я не знаю, что. Мне просто как-то когда-то... Я не знаю, вот мне, когда я прыгаю, что как-то рукой надо. Где-то руку держать в определенном месте. Как его делать? Ну, я тут просто тупо не могу понять, и все. Гляньте, а это... Как бы такие копья, вроде бы, даже серьезные. Если, например... Вот так... Да что ж ты, падла, а? Не, короче, что я, ну, это сейчас напрыгнуть, разбиться, понять, что я не могу, и... Да. Так, ну что, я как бы пошуршал по Нексусу на странице мода, ну и как я понял, нифига это на данный момент не работает. Единственный наш выход — это ноуклейт. Вот, ну, что ж, вот, как бы, будем так, по чуть-чуть тогда его использовать, что ж поделать. Ну, мы такие, жизнь такая. Ну, к сожалению, это не моя какая-то неспособность найти, как работает рюкзак. Я перепродал все, что можно, все такие интуитивные приблизительные комбинации кнопок. Нет, ну, к сожалению, он просто тупо не работает, потому что, наверное, его во второй части нет, Half-Life 2 и в эпизодах. Это ж не в курсе. Обидно, печально, конечно, но, ну ладно, что поделаешь. Так, мне вот сюда надо, я так понимаю. Судя по всему. Так, тут уже стенка, стоп, а ну-ка. Ну тут стенка, ясно, окей. Так, главное к этим на язык не попасть. Ну, тут, конечно, хожу, я просто пытаюсь что-то найти, вот какую-то аптечку, там, броню, потому что, ну, я так не слабо, конечно, там упал. Знал бы, я там ноуклип использовал, ну. Кто же знал. Тебе грибочки не идут, никакой энергии там в броне, не? Так, ну, я так понимаю, мне сейчас вот куда-то вот сюда, да? Меня вода убивать не будет, это мне интересно. Да, я вот сюда полечу, маячку. Так. Ну, вроде мы тут живы. Можем это наступать? Не дамажит? Да и не дамажит. Вроде вода как вода. О! А я тебя вижу. А я тебя вижу. Ты где делась, создание? Ты спрыгнула, суициднулась? А? Или ты невидимой стала? Какие-то странности происходят? Странно у вас тут как-то все, ребята, я тут только... А, ты ее сожрала! Вот что произошло, наверное, да? Я не уверен, конечно. Странная опухоль. Блин. Э, у меня патронов не то, чтобы много, так, все. Постоянно стрелять, куда попало.
ноутбук. Мне аптечки, мне защиту там какую-то. Так. Опять. Да я тебя слышу, вон ты! Ты никуда... Где ты? Ты за камнем просто тупо... Ой, ёп! Японский твой бог, ты чё, а? Ты ж чокнутое создание. Странные вещи творятся в вашем зене. Я вам так хочу сказать. Очень странные. И это мягко говоря. Она так прыгнула, как будто у нее есть прыжковый модуль, а не у меня. Сейв и ноуклип. Так, я потихонечку, помаленечку. Так. Где-то еще звуки слышу этих. А как оказалось, они в зене еще обладают способностью летать. Именно быть осторожнее. У меня не так уж... Стоп. Где я похилялся? У меня вода, может, хилила? Я не обратил внимания, мы тебя пока вставил в воде, меня лечила. Ладно. Ну, короче, я уже, ну, здоровее, чем был. Точно, сохранюсь еще раз. Ну, я ниоткуда не выпрыгнет. Вот такие ребята, я так понял. Чего угодно. В ящиках, может, что-то было, а? Нет? Так, я пытаюсь что-то делать. Слышишь ты? Блин. Ты... Вы не с той стороны нападаете! Не в ту сторону воюете! У меня даже не покоцали вроде бы. Отстань. Так, блин, патронов не так уж и много вообще, в принципе, на все. О, дробовик, только пожаловался, подогнали. Ну, так всегда надо. Слушайте, у вас там, гляньте, какая-то ядерная, 100% заряженная батарея. Мне нельзя никак от нее костюм запитать. Эх, его выбить крышку. Не. Ну все, дробовик. Дробовик заряжен. Хорошо. Ага. А мне куда? Надо, да? Блин, если я всю игру, в принципе, особо не понимал, куда и зачем я направляюсь. Ну, как бы, зачем, ну, плюс-минус понятно, ну как туда идти, куда я иду, шо вообще, как бы, есть цель эфемерная, и... Как мне, и я должен как-то ее достичь. Вот, сейчас, находясь в этом мире зен, вообще не понимаешь, куда ты пхнешь, где ваши эти тут всякие гонарчи и прочие ублюдки. Нихиланты. Я забыл просто, как его зовут. Эх. Но здесь так прикольненько, атмосферненько. Необычненько. Да. О, там портал. А вон из него выход, наверное, да? А она что хочет? Типа, я сейчас вот это притяну, и она хочет, чтобы я попрыгал по камушкам. Ну, не растет у нас платформинг, ребята.
мы будем летать. О! А шо, не? Я думал, мы новое оружие нашли, гляньте, как, а почему нет? Я сейчас как кошку буду зацепиться, как Бэтмен туда бы полетел. А вы вот это вот в самом деле. Да. Непорядок. Это лестница? Да, это лестница. Опа. Что-то улетает. Я тут за этим взять гранату? Ой. Можно я назад куда-то как-то вылезу? О, граната взялась. До этого не бралась. Так, мы делаем квиксейв, естественно. Так, вот нам дальше вообще туда, но... А что тут-то, собственно? Ага, там просто дырка в небытие, я понял. Не-не-не-не-не, я, пожалуй, как-нибудь в другой раз в небытием встречусь. Так. Хотя мог бы даже разбегаться и прыгнуть, я бы попробовал, если бы это... Было не было чревато моей смертью или с сильными повреждениями, а мне это сейчас никак не нужно. Так. Так, давайте по чуть-чуть, помаленечку совсем, а то... Ну, клип он такой резкий. Так. А может, я должен был начать на рычах нажать, и оно начало было назад отпускать, и я должен потом бы прыгать, потому что я не понимаю, как я вообще должен был. Ну, давайте чисто сейчас даже вот проверим, а? Типа... Если еще раз на рычаг он поедет. Отсюда, не? Знаете, не поехал. Странно. Так, ну ладно. Допустим. И типа потом я так. Подожди, я не могу понять. Как? Даже у меня был приштовый джоб. А, ну я же там не раз, я мог бы типа. Я, по идее, мог бы, да, сюда как-то так допшикать, отсюда, так сказать, сюда, отсюда спрыгнул сюда. Ну и отсюда, естественно, уже как бы вот прыгнул вот сюда. Опа! И я здесь. Делаем фиксейв. Смотрим непонятные вещи. Не надо это как-то трогать, взаимодействовать с этим. Могучая монтировка, разберись, не? Веревку вашу там как-то обрезать, не? Не надо. Я понял. Ну, заходим. Воу! Да вы что, издеваетесь? Ну, там турель. Я ее как-то должен вывести из строя, серьезно? Ну, у меня один вариант. Японский бог. Так, и, короче, не знаю, какая моя попытка теперь следует. Я уже пробовал несколько раз уничтожить эту турель. Еще не, у меня этого не получилось, она не взрывается. Не знаю, может как-то вот это можно отрубить. И тогда, типа... На, давайте я попробую. Ну нет, но это максимум выключит портал, потому что-то с тем связано, но я на всякий случай попробовал. Вот, никаких там выключателей не увидел, взрываться она тоже не взрывается, и дальше не еще одна турель, поэтому у меня один выход, я просто сейчас буду бежать. Надеюсь, у меня это получится. Идите нахер! Да! Где еще кто? Никого? Нигде? Я живой? Я вроде бы пробежал, давайте сейвиться. Фух. Так, стоп, стол. Я уже тут чуть... Что это? Оно меня не убьет? Нет? Я двоих завалил, двоих. Там еще одна турель была, вон, ну там вот она. Ой, гляньте, вот она вылазит уже. Пошла ты вон. Ты нет, не взрывайся, не стреляешься, никак меня не убиваешь, ничего, нет, все эти здоровье как было, так и есть. Почему, в принципе, еще, да? Хорошо пропетляли, блин, ну нам туда надо, не надо? Че, типа, как его можно было бы, я так понимаю, но нужно ли? Тоже другой вопрос. Ладно.
Пока давайте двигаться сюда. Так, ну какой-то мосток здесь есть, но это мосток в никуда, да? Куда-то. Просто хотят, чтобы в никуда улетел, да? А его даже нельзя никак, да? По ним взаимодействовать с ним нельзя никак. Отлично. А как еще дальше должно быть? Мне вот интересно просто. Куда мне направляться, собственно? Не вот туда все же надо, так там... Не то чтобы что-то было особо как-то. Я не знаю, давайте фиксейф и... Полетели. Воу, пошли вон. Улетайте. Так, я боюсь, что по мне турель начнет стрелять. Ишь ты. Я парящий Гордон Фримен. Я вас не боюсь. Но дело в том, что... Это какое-то место прикол, где есть пицца и очередная вот эта фиолетовая шляпа. Я рад, конечно, что я их нашел. Но это, по-моему, явно не место, куда я должен был бы идти, попасть там. Что в этом роде. А куда должен был, если честно, непонятно. То если бы я оттуда вот так, да, попрыгал, попал бы вот сюда. И тут я, в принципе, уже мог бы как-то допрыгнуть вон туда. Я думаю, тут такой примерно расчет был, да? Ее как что-то выстреливает, да, вот в ту сторону какую-то. Или нет, что вообще? Ну как... Какой-то очень странный прибор непонятный. И как бы сейчас такая странность, ну, происходит, что я абсолютно не понимаю, куда мне идти. Там-то пушка вылазит, ну. Мой единственный проход это вот сюда. Вот. А тут ничего не появляется. Тут ничего нет. Здесь не работает рычаг. Ни так, ни так. Даже если бы он сработал, куда бы я полетел на нем? И вот, я наконец-то разобрался. Здесь просто не работал переход, что-то сломалось. Мне надо было загрузить следующую карту, просто вручную. Но когда я ее загружал, я оставался абсолютно без оружия, без патронов, без костюма, без ничего вообще. Фух, но я наконец-то это решил. Я наконец-то смог добыть для тебя оружие, там все. Как бы вот, мне пришлось поспавнить, чтобы некоторые вещи провалились под текстуры, поэтому я тут... Спавнил несколько раз, чтобы набрать всего, что у меня должно быть. Весь мой арсенал. Вот, опустил этот мосток. Да, у нас просто не загружался переход. У нас здесь был просто как край локатора. Здесь вообще должна быть вот такая вот, собственно, пещера. Вот. Но на ее исследование мы отправимся уже в следующей серии. Потому что я, если честно, задолбался немножко уже с этим Зеном. Он у меня будет в печенках немного сидеть. Не потому что Зен такой плохой. Нет, локации симпатичные, места прикольные. Но вот как это все, вот этот весь мод и так крыво-косо сквозь костыли и палки, завязанные изолентой, работает. Вот, но вот Зен, он прям вообще, вот прям тяжело пошел у меня, тяжело, вот. Все, я надеюсь, дальше еще как-то с логовым Гонарча надо будет разобраться со своим, самим, я так понимаю, это босс будет Гонарч. Потом еще у нас Нихилант, а как это все еще без джетпака я буду делать, я вообще не понимаю. Ну, короче, вот как-то так. Надеюсь, вам нравятся эти все мои страдания и стязания. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если есть желание пообщаться, пишите свои комментарии. Всем буду рад ответить по возможности. Вот, жду вас в своих следующих видео. Всем удачи, всем пока.